На деньги одного брата с Урала приобрели очередной набор продуктов. 10 литров масла, томат, рис. Здесь у нас 7 кило фасоли. В пакете чай и финики. И на 20 афгани спички. Передаем вот этой семье. Это садака от имени родителей одного брата с Урала. Этой большой семье продуктовый набор на 5000. От имени одной сестры. Здесь у нас мешок риса, масло, маш, чай, финики, 4 банки томата, фасоль 7 кило, еще маш, кристаллический сахар 7 кило и рис для каши со спичками. Всего это 5000 от сестры. Пусть Всевышний Аллах вознаградит эту сестру, которая помогла этой многодетной семьи. Брат Абдулла из Казахстана оплатил покупку этого продуктового набора. Здесь больше, чем обычно. Здесь на 4300 масла, рис, 7 килограмм кристаллического сахара, лобио, фасоль, чай, финики и спички. Это от нашего брата Абдуллы из Казахстана. Вот для этой многодетной семьи. Еще один продуктовый набор от брата, который уже многим семьям помог. Джазакаллах хайран, брат. У нас рис есть, масло, 3 банки. Руба, это у нас томатная паста. Спички, финики, чай в пакете и 7 килограмм фасоли. Для этой большой семьи. От брата из Швеции этот продуктовый набор сегодня доставили очередной семье. Здесь 14 килограмм риса для каши, финики, томатная паста, 10 литров масла, спички, сахар и рис для плова. Это от одного брата из Швеции. Джазакаллах хайран. Яхи.